образ у меня сотрудника НИИ, это Национальный институт инженерии. Были, я еще помню, стеклянные бутылки эти старые такие, сейчас уже их нету. В магазине, если вы видели бутылку пепси-колы, мы всегда скидывались с ребятами деньгами и покупали одну бутылку пепси-колы на двоих. Я в образе панка 80-х. Мы снимаем проект «Пепси Ретро». Я турист, который приехал в Советский Союз посмотреть Москву, посмотреть Красную площадь. Вот со мной даже фотоаппарат есть, «Зенит». Ну вот для меня, для маленького ребенка, когда я была вообще малышка, для меня пепси-кола это было вот то, что там самое-самое-самое любимое, вот. Вот эта доска выпущена в 80-х годах, она старше, чем доски «Вираж». Это чисто карвинг. Ездить по городу и наслаждаться ездой. Можно еще на даунхиллах кататься. У меня образ девушки, которая занимается аэробикой в 85-м году. Очень яркие костюмы, яркий мейк. Девушки такие самые-самые-самый сок. Уверенные в себе. Я изображаю самую стильную би-гёрл. Ну а я просто би-бой. Ти ж 303. Доводилось стягати собі таку махіну, заряджати до касетки, бігти до сусіда, переписати у нього якийсь новий трек, і додому, і давай прокачувати, слушай.